Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхёртс. Как вы можете знать, сегодня была презентация того самого геймплея Elden Ring, что показывали избранной прессе. Понятное дело, что теперь астрологи объявляют неделю Elden Ring. Уж простите, мы все постараемся разобрать и пообсуждать. Если вы еще не видели сам геймплей, то самое время поглядеть, чтобы быть вообще в курсе. Вначале я бы хотел рассказать о ценах на издание, а также немного затронуть все самое коллекционное. В Steam игра стоит свои, на мой скромный взгляд, адекватные 2500 рублей. Есть еще Deluxe Edition за 3300. Здесь мы дополнительно можем получить саундтрек и артбук, если верить письму, которое прислали Бандаи. Если вдруг вам интересен мой выбор, то это самое простое стимовское издание, так как там будет весь необходимый контент и кооператив. Не верится, что скажу такое, но никакого пиратства с моей стороны, наверное. И кстати, забавно, что кольцо уже в топе продаж Стима. В PlayStation Store есть две версии, стандартная и Deluxe. Как это не грустно, но 5K Gaming подобрался незаметно. Или заметно, но в любом случае это очень грустно. Специально заходил на PlayStation 4 в магазин и смотрел цены и издания, все точно так же, как для PlayStation 5. Из ожидаемых плюшек, полагаю, более быстрые загрузки и куда более красивая графика на консолях нового поколения. Microsoft Store для меня нечто вообще темное, никогда им не пользовался, но я попытался. Цена 70 и 90 долларов соответственно за простое и делюксовое издание. Теперь мы отправимся в магазин на страницу Бандаев. Тут у нас для консолей есть еще три издания. Самое дешевое из них — это Launch Edition. Кроме игры тут будет стилбук, а также стикеры, постер и карточки. Полагаю, я постараюсь смонтировать достаточно подробно. На момент записи этого видео, а это где-то 4-5 часов после презентации геймплея, купить данное издание все еще можно. Цена 70 евро. Вообще, вроде как это цена игры, только вы получите еще дополнительные приятные плюшки. Как по мне, отличный вариант. Ну а сейчас начинается самый жир – Collector's Edition. У Бандаев даже есть полноценный видеоролик, посвященный этому. Давайте вникать. Здесь будет восхитительная большая коробка под фигурку, 30 см в высоту. Раскрывается, и там лакшери красный цвет. Сама статуя Миллении в 26 см. Получается, подобная статуя сейчас стоит в Италии в полный рост. Насколько можно заметить, выполнено все качественно. Далее по списку, 40-страничный артбук. Затем эксклюзивный стилбук. Полагаю, что именно такой будет только в коллекционном издании. Саундтрек и игра, само собой. Цена подобной роскоши – 180 долларов. Забавно, что такого издания уже нет возможности приобрести. Как пишут люди, кто хотел уже купил, или же это все скупили перекупы. Не поверите, я сейчас монтировал, и на монтаже заметил то, что это не доллары, а евро, и не 180, а 190 евро. Офигеть просто. Но и это еще не все. Имеется премиальная версия Collector's Edition, где в комплекте будет полноразмерный шлем. Цена такого 260 евро, и его уже, к сожалению, тоже нельзя приобрести. Лично я раньше никогда не интересовался коллекционными изданиями игр, но неужели их действительно так быстро разбирают, или это только из-за ажиотажа про Elden Ring? На Reddit уже сейчас огромное количество мемасов, среди которых есть куча годной информации. В ближайшее время буду стараться делать больше интересных видео по игре, так как контента прибавилось. Надеюсь, что видео оказалось интересным. Всех благодарю за просмотр и хочу спросить, успел ли кто-то из зрителей приобрести коллекционные издания? Ну чисто так, ради интереса. Всем добра и удачи! Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхёртс.